В этот раз дети учат взрослых. Воспитанники 16-й школы и Центра детского творчества вышли на улицу Уссурийска, чтобы рассказать горожанам о правилах дорожного движения. По всей России дети в различных формах будут принимать участие, кто-то в танцах. Вот мы сегодня это решили реализовать в виде акции, которая называется «Детская Россия пристегивается» и символ улыбочка в виде ремня безопасности с названием «Пристегнись и улыбнись». Получив ответственное задание, ребята приступили к делу. Яркие звезды с эмблемой акции дети изготовили сами. Символ вместе с информативной листовкой вручали всем – и водителям, и пешеходам. Дети уверены, пристегнуться значит сохранить жизнь себе и другим. Некоторые водители, они забывают то, что там нужно ремни, например, пристегивать. И все прочее. Им нужно напоминать, чтобы ничего плохого не случилось. Мне эта акция очень нравится, потому что она принуждает водителей безопасности застегивать ремни безопасности, потому что эти ремни спасают очень много жизней. Акцию «Детская Россия пристегивается» в Уссурийске провели впервые. Совместно с ГАИ различные конкурсы и встречи стали традиционными для нашего города. Водителям и пешеходам постоянно напоминают, что на дороге нужно быть внимательными. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.